Медитация – танец рук. Близнецы управляют разумом и руками, мыслями и жестами. Двойственность близнецов – это двойственность рук и полушариев мозга. Правая рука связана с левым полушарием, левая – с правым. Руки близнецов – это как бы видимое выражение их мыслей, а мысли близнецов – это как бы невидимая сторона их рук. Связь мозга и рук близнецов – заметно в том, что нервно-мозговые расстройства часто связаны у них с ревматизмом плеч и рук. У близнецов слишком много изменчивых двойственных мыслей, создающих напряжение. Вот почему у них много проблем, вот почему у них болят руки. Но если мозг воздействует на руки, то и руки воздействуют на мозг. Медитация «Танец рук» снимает напряжение ума близнецов, исцеляет их руки и избавляет от проблем. Медитация «Танец рук» прекрасна тем, что она подходит для близнецов любого возраста. И в юном, и в преклонном возрасте близнецы способны ее выполнять. Медитация «Танец рук» прекрасна тем, что естественно для близнецов, которые любят жестикулировать. Только им надо это делать специально, сознательно, как медитацию. Обычно близнецы жестикулируют механистично, не отдавая себе в этом отчета, а им надо осознавать каждое движение своей руки и своего пальца. Если рыбам, как знаку всеобщности, требуется танец всего тела, всего существа, то конкретному знаку близнецы требуется танец их конкретных рук и пальцев. Сознательный, спонтанный танец рук, кистей, пальцев освобождает подавленную энергию разума близнецов и способствует здоровью. Танец рук устраняет саму причину болезни и напряжения. Сила его целительна. Зачем близнецам глотать тьму искусственных таблеток с побочными вредными эффектами, чтобы избавиться от беспокойства ума? Эти таблетки избавляют только от следствия, а не от причины болезни. Не лучше ли близнецам заниматься естественной медитацией «Танец рук», которая приносит только благо и полное выздоровление? Медитация – это оздоровительное и духовное действие. Снимая блоки и проблемы, медитация открывает пространство для истины, здоровья и просветления. Медитация «Танец рук» духовна. Это молитва. Движение и положение рук и пальцев медитации – это молитва. Не только словами, но и движениями и положениями рук и пальцев можно помолиться и приносить и принимать благословение. Но, как и во всякой молитве, в медитации важна полнота сознательности. Регулярно занимаясь медитацией «Танец рук», близнецы разовьют в себе полноту сознательности и придут к истине.